Помидор, церковь. Это очень популярен сорт в Америке. Я его выращиваю 10 лет. Как видите, плоды огромные, красные. Это церковь. Вот на заднем фоне большой зак. Я его снимал в другом ролике. Его под неправильной форме. Церковь — это тоже гигант. Куст до 2 метров. Плоды все до единого вот такой формы. Сплюснутые, ребристые, красные. Давайте проверим их вес. Грамм 921, 892. Года 3 назад у меня вырастали плоды весом 1,5 килограмма. В этом году, это не самый крупный, это первый зрелый плод, 924 грамма. Сегодня 13 августа, на кустах еще есть плоды, поэтому висят там больше килограмма весом будут. За сезон с куста больше 15 килограмм, потому что они растут, растут и растут до заморозков. Этот сорт очень мясистый, семян практически нет, мякоть сахарная, сладкая, не сильно сочная. Для любителей сладких томатов надо посадить вам церковь. Вот такой вот сорт, вот такие вот плоды. Церковь. Настоящие красавчики. После большого зака церковь идет, наверное, не на втором месте. Ну, пятерку самых крупных входит. Еще есть планета. Есть спринтаймер. Пятерочку самых крупных сортов, которые есть в мире, входит церковь. Если хотите семена этого сорта, под видео есть описание, как получить эти семена.